Саша, скажи что-нибудь. Привет! Скоро увидимся в Таллине. Ты точно. Хватит. Привет! Скоро увидимся в Париже. Не, все-таки в Таллине встретимся. Скорее так. Это Сережка? 4 года. Еще дети носить будут и внуки. После твоей смерти это семейная реликвия в коробочке. Передай это своим деткам, доченьки на 18 лет. Пускай проколят. Юлечка, пожалуйста, давай тебя сниму. Давай. Саш, скажи, что ты там оставил, да? Какое? Угадай. Водки. Пиво. Конечно же нет. Принесла пиво? Да, принесла. Ну, конечно, да. Не, пиво не принесла, водку взяла. Ты, с горя напьюсь. Вечером, слышь, Вить, может вечером съешь сырочки эти? Будем ли остаться? Пока ваши пакеты никуда не. Будем ли остаться, съешь, а... Юрка, у вас не стоишь, мало не больше. Все остальное? А все остальное повезем с тобой. Что ты крутишь? Стёмно. Карусельки. Ну ладно, ты снимал мне, но что-то все равно сутки у нас. В комнате бардак, ее надо было снимать раньше. Бери, бери. Наташ, помнишь, этого здесь не было. Все, стоп. Как стоп?